Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Егерева Татьяна Александровна, я кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного музея усадьбы Астафьева «Русский Парнас». Я приглашаю вас на курс лекций по истории России XIX века. Конечно, каждая эпоха в истории России по-своему интересна и значима, хотя бы потому, что речь идет об истории нашего Отечества. Но XIX век, на мой взгляд, это особенная эпоха. А ведь это времени Пушкина и Лермонтова, декабристов, Толстого и Достоевского, время золотого века отечественной культуры. В рамках нашего курса мы будем говорить о так называемом «долгом» XIX веке, начавшемся в ночь с 11 на 12 марта 1801 года с убийством императора Павла и воцарением императора Александра I и закончившимся тоже в марте 1917 года с падением династии Романовых. Перед нами пройдет 5 царствований, каждому из которых мы уделим 4-5 лекций. А мы будем говорить о внутренних реформах, которые пыталось проводить царское правительство, и о тех подчас объективных механизмах, которые стояли на пути успешной реализации этих реформ. Мы будем говорить о внешней политике и войнах, которые вела империя. Вспомним имена и боевой путь участников Отечественной войны 12 года, защитников Севастополя, героев Шипки и Плевны. Мы рассмотрим место и роль России в Венской системе международных отношений, поговорим о кризисе этой системы в середине XIX века, о тех колониальных войнах и противоречиях, которые привели к Первой мировой войне. А мы подробно остановимся на общественном движении России XIX века, потому что те вопросы, которые обсуждались тогда, очень актуальны и поныне. Это вопрос о месте России между Западом и Востоком, о взаимоотношениях России с Европой, о том, есть ли у России свой особенный национальный путь исторического развития, или она идет по такому же пути, что и остальные европейские страны, о национальной специфике русского народа, о том, как построить справедливое общество, но и о долге интеллигенции перед народом. Мы с вами будем говорить о революционном движении России, о его традициях, героях и антигероях. И будем размышлять о том, почему так получилось, что молодые, прекрасно образованные, талантливые юноши и девушки, вместо того, чтобы совместно с правительством работать над усовершенствованием общественного строя, посвящали свою молодость, свои силы и талант борьбе с собственным государством. В общем, нам предстоит очень интересный разговор, и я думаю, каждая наша лекция будет заканчиваться обсуждением и дискуссией. Мы с вами будем говорить о том веке, достижения которого действительно составили вершинное явление отечественной культуры, а за нерешенные проблемы которого пришлось очень тяжело расплачиваться 20 веку. Еще раз приглашаю вас на курс наших лекций, который буду читать я, Егерева Татьяна Александровна. Спасибо за внимание.